Решил я начать делиться своими изобретениями, потому что много случаев, когда изобретатели нахер помирали просто, ни с кем не поделившись. Все ждали, когда там патент им оформят или кто там забашляет за патент. Я пришел с третьей смены, заебала бессонница и чувствую, что скоро у меня инсульт начнется от этой ебучей третьей смены, от этой бессонницы. А при инсульте уже, как говорится, не попиздишь на камеру. Поэтому начинаю публиковать свои открытия и изобретения. Водительские очки. Вот так вот они выглядят. Одеваете на свою бестолковку. Получается, что встречный поток машин с ксеноном и прочими пидорасами у вас через затемненное стекло. А своя дорога и обочина вы видите обычными глазами. Выпилил лобзиком. Пилку не нашел. Для лобзика не было в продаже, но была струна, там обсыпанная какой-то алмазной крошкой. Вот струной тоже получилось хорошо. Это, ну, защитные очки для болгарки, там для защиты глаз. Из поликарбоната, которые они бывают прозрачные, бывают слегка затемненные. Вот я нашел слегка затемненные, но этой затемненности мне не хватило. И пришлось дополнительно наклеивать два слоя тонировочной пленки. Ну, это какая-то китайская у меня валялась. Я и москвич еще обклеивал. И настолько привык к этим очкам, что без них вообще уже ночью не могу ездить. Ну вот и все.